Тем временем в Махачкале задержан серийный мошенник. В отдел полиции обратилась 22-летняя жительница Комтаркалинского района, работающая в местном кафе. Она сообщила, что вечером 4 июня один из посетителей заведения вошел к ней в доверие и обманным путем похитил 5000 рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Ставрополя. Он доставлен в отделение полиции. На допросе мужчина дал признательные показания и, по его словам, пока работник кафе выдавал сдачу, мошенник вступил с ним в диалог, усыпляя бдительность, в результате чего не расплатился, забрал сдачу и ушел. Также полицейские установили, что злоумышленник подозревается в ряде аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело.